Добрый день, друзья! Я нахожусь на отдыхе. Это порт Сочи. Смотрите, какая сегодня погода солнечная. Сколько чаек. И знаете, как здорово. Яхты, корабли, очень красиво. Я на море очень давно не была. Эту поездку нам подарил с дочкой сын. Большое ему спасибо за такое внимание к маме и к сестре. Вы будете на море бирюзового цвета. Какая яхта прогулочная, зазывает на прогулки. Есть очень богатые яхты, я не знаю даже, сколько стоит их содержание, покупка. Но в нашей стране есть богатые люди. Вот так набережная. А там вдалеке администрация порта. Вот видите, там здание такое голубенькое. Вот. Там администрация. А старый порт они сдали под магазинчики, рестораны. Сейчас попробую снять, но будет на солнышке. Нет, плохо. Потом я его досниму. В общем, любуйтесь, пойдем дальше. Тут мужчины ловят рыбу. Какие? Рыбульку, наверное. Вон, кстати, много рыбаков. Сидит целый ряд. Сейчас посмотрим, поймаю, что у нас. Из-за этого рыбалка закончилась. Если спайка, то можно так кидать. Яхты стоят. Корабль большой. Какое небо, смотрите. Yeah.